Давайте поприветствуем главных героев чемпионата, тех, кто готовил эти дни великолепные вкусные напитки. Алексеев Дмитрий. Слобожанинов Константин. Елена Грага. Алексей Кугаенко. Алексей Баюнов. Арсений Толстый. Андрей Максименко. Дмитрий Криский. Вероника Колотихина. Петр Степанов. Сергей Полуднев. Евгений Маковоз. Виктор Горшинов. Татьяна Фукс. Ольга Трудова. Абдурахманова Мунина. Карина Хадиева. Алексей Завалко. Иван Щербак. Алексей Карпов. Роман Крицын. Арслан Рахманов. Бескаравайный Дмитрий. Михаил Жовнер. Сухарев Артем. Александр Нагорный. Так, ну что, это все у нас участники практически. Давайте еще раз им похлопаем. Могу сказать, что чемпионат Юга для меня в этом году один из самых сильных. Действительно, невероятно интересные выступления, отличный кофе. И я еще нигде не видел таких высоких оценок за организацию станции. То есть, не знаю, сговорились, может быть, или просто готовились. Но на самом деле выступления очень интересные. От себя скажу большое спасибо организаторам. В первую очередь, конечно, команде «Кофе Омни» великолепной. И я думаю, все согласятся, организовано все на высшем уровне. И судить было просто приятно в целом. Но у нас 5 человек едут в Москву побеждать, безусловно. Сейчас мы их объявим. Пятое место в Южном отборочном чемпионате бариста сезона 2019-2020 занимает
Муминат Абдурахманова. Четвертое место занимает Арслан Рахманов. Третье место в отборочном чемпионате Юга занимает Сергей Полуднев. Ну что, осталось два места. Второе место в этом году на отборочном чемпионате Юга занимает замечательный бариста. Вы все этого бариста знаете. Татьяна Фукс! В прошлом году, между прочим, финалист российского чемпионата бариста. Верните за подарки, пожалуйста. И последний бариста, который занимает первое место на отборочном чемпионате Юга, Алексей Кугаенко! Спасибо огромное. Поздравляем. Друзья, давайте еще раз им поаплодируем. Сейчас весь Юг остался без кофе, потому что все баристы здесь. И я предлагаю сделать, конечно же, общую фотографию, память об этом моменте. Друзья, все вместе скомпонуемся на фоне нашего баннера. Победители по центру, остальные по бокам и расширимся на всю площадь. Все участники, абсолютно все, общая фотография на память об этом замечательном сакраментальном моменте. Сегодня вас снимают все, оператор Муз-ТВ, Первый канал, Россия. Все сегодня здесь, ваш звездный час. Теперь давайте все вместе на счет 3, 2, 1 покажем класс. Да? Попробуем. 3, 2, 1, класс! Искупаем еще раз всех овациями. Кубок Юга 2020 года, 24 января, объявляется закрытым. Уважаемые участники, подходите, пожалуйста, на дебрифинг. Он состоится у нас здесь. Я думаю, немножко позже, перед
центре предоставят листы. А листы все можно фотографировать. Пожалуйста, только с собой не забирайте. Ладно? Спасибо. Сначала листы читайте, смотрите, изучайте и подходите к себе.